Тот день на пляже изменил все. Вы жаждали мести. И в итоге решили в одиночку уничтожать одну ячейку за другой? Для начала, да. Ваша задумка нам нравится, и я знаю, какое применение вам найти. Что мне про него надо знать? Он солдат. Лучше я не встречала. Что, личная трагедия, и ты решил отомстить террористам? В бою главная задача, а не вы! Дальше режешь глотку, и конец. Он показывает блестящие результаты. Скорость, реакция. Везде лучший. Видал я уже таких. Таких вряд ли. Ты, значит, особенный. О личной мести забудь, это работа. Зачем мы, по-твоему, здесь? Убивать тех, кто это заслужил. У нас проблема. Неделю назад пропали 15 килограммов плутония. Полюбуйся. Это не он. Нет, это он. Наш призрак. Ну а вы ему зачем? Личная месть? Я научил его всему, что он творит. У них бомба на руках. У тебя двое суток, чтобы найти его. Я же тебе верил. Ты должен был прийти сам. Уничтожи цель. Да, сэр. Где остальные? Где моя замена? Когда ты добьешься своего, на этом конец? Нет. Это только начало.